Ну, действительно, событие было, как я уже сказал, ожидаемым, но неожиданным. Как можно прокомментировать отставку губернатора и назначение другого человека? Ну, за отставку губернатора Павла Леонидовича Ипатова Саратовское региональное отделение давно боролось за это, 2 года мы этого добивались, и наконец-то вот оно случилось. Хочу сказать, что при нахождении Павла Ипатова на должности губернатора область наша стала аутсайдером среди регионов Поволжского федерального округа по многим показателям, по социальным, по экономическим. И лишь по одному показателю наша область опережает эти регионы, да и практически все регионы России, это по размеру внутреннего государственного долга. Сейчас уровень долга Саратовской области достиг рекордных 30 миллиардов рублей. И только на одно его обслуживание в год уходит более 2 миллиардов рублей. А от этого зависит и не повышение пенсий, и не повышение зарплат. Вот такая ситуация. Да. Не лучшие рекорды, конечно, у нас, да, в области. Вот. Ну а что касается назначенного временным исполняющим обязанности губернатора Радаева Валерия Васильевича, ну, я надеюсь, что Валерий Васильевич, как опытный политик, он все понимает, последние реформы, в том числе политические, которые проходят у нас в стране, я имею в виду инициативу президента, его законопроект по выбору губернатора, я надеюсь, что Валерий Васильевич все-таки проводит в этом статусе временного исполняющего обязанности до того, как закон о выборах губернатора вступит в силу, и Саратовская область, одна из первых у нас в России, жители нашей области, наконец-то изберут губернатора, того человека, которого они доверяют, которого они хотят. То есть, чтобы на 5 лет мы получили не назначенного человека, не человека, назначенного сверху, а жители выбрали прямым голосованием того, кому они на самом деле доверяют.